Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Команда «Старт». Мазырскі НПЗ завершає будаўніцтва комплексу гідракрекінгу цяжкіх нафтавых рэшткаў. Са шчырай увагай да людзей. Нашы корэспандэнты правялі дзень з депутатам Вольгай Крэч. Не прапальвай жыццё. Супрацоўнікі МНС працягваюць профілактычную работу з насельніцтвам. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Запуск вытворчасці па перапрацоўцы цяжкіх нафтавых рэшткаў на Мазырскім НПЗ уступіў у завершальную стадыю. Праходзіць комплексное апрабаванне абсталявання. На данный момент мы наблюдаем немасхему резервуаров 124-125 по выводу экстрактивной рафината бензола, установки экстрактивной дистилляции бензола. Что говорит о том, что на данный момент объект, промежуточный парк ППТНО, пущен в работу. Водустрой чергового объекта промежного парку – первый этап у пусковых операциях комплексу H-Oil. Его еще называют заводу-заводе. Он включает комбинованную установку гидрокрекингу, вытворчасти водороду и серы. Масштабы уражают 1100 одинок основного технологичного обсталявания, 700 километров трубопроводов высокого тиску. Укладенные инвестиции – больше, как миллиард долларов. Таких комплексов у свете усяго одинки и Мазырск самы масштабны. На гэты момант аб'екты агульназаводской гаспадаркі цалкам гатовыя. Работы на ўстаноўцы вытворчасці серы выкананы практычна на 99%. До конца года чакаецца выпрацоўка першай партыі вадароду. Сама установка гидроклейкинг, строительно-монтажная готовность порядка 82%. Ведутся массовые гидроиспытания трубопроводов. С виду перехода на зимнее время, на ночные заморозки, мы, соответственно, начинаем проводить пневмоиспытания трубопроводов. Также продолжаются работы по изоляции, АКЗ, это красочные составы нанесения краски. То же самое делаем с наглядкой оборудования. Наперадзе працаёмкія і тэхнічна складаныя пусканаладачныя работы. Але ўжо ясна, што немалыя выдаткі злішкам апраўдаюцца. Глыбіня перапрацоўкі нафты на НПЗ ўжо ў недалёкай перспектыве ўзрасце да 90%, а выхад светлых нафтапрадуктаў да 70%. Значна ўмацуюцца экспартныя пазіцыі НПЗ. Комплекс – ключавое звяно канкурэнтаздольнай тэхналагічнай схемы, якая дазваляе выпускаць якасныя нафтапрадукты – запатрабаваныя на сусветных рынках. Депутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь працягваюць работу ў акругах. У прыватнасці Ірына Даўгала сёння наведала адкрытую студыю на радыёстанцыі «Гомель плюс». На працягу гадзіны размова аб тым, што цікавіць кожнага з нас, пачынаючы з асаблівасцяў рэалізацыі маладзёжнай палітыкі і міжнароднага супрацоўніцтва да падрыхтоўкі да правядзення ўсебеларускага народнага сходу. Яшчэ адна важная тэма – удасканальванне механізму ўплаты пошліны за карыстанне аўтадарогамі. Депутаты чакаюць прапаноў ад саміх вадзіцеляў. Пакуль сярод найбольш рэальных мер аплата збору за канкрэтны тэрмін карыстання дарогамі. Найбольш значнай праблемай у такім выпадку можа стаць арганізацыя кантролю. Але прымаць рашэнне неабходна ў любым разе. Зараз у Беларусі тэхнічны агляд праходзіць толькі 14% транспартных сродкаў, што адмоўным чынам адбіваецца на бяспецы руху. Яшчэ адно пытанне, якое знаходзіцца на кантролі депутатаў – маніторынг цэн. У апошні час ад насельніцтва паступаюць скаргі на рост кошту прадуктаў харчавання. Большой всплеск пошел условно на, конечно же, те продукты, которые не выпускаются в Республике Беларусь. В первую очередь там подсолнечное масло, которое вдруг вышло, увеличилась цена практически в два раза. Порядка на 70% так это точно увеличилась цена. Естественно, такие продукты, как там, кофе, чай, рыбная продукция и так далее. То есть это то, что в Республике Беларусь как бы не производится. Поэтому вот это, тем более, то же самое, мониторится и смотрим, потому что действительно у людей должен быть тот продуктовый набор, который необходим для сбалансированного питания и жизни.
І у протяг теми. Три тидні місяця депутати Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь працюють у Мінську. Один тиждень у своїх виборчих округах. Наша здымочная группа провела день разом с депутатом Вольгой Крэч, якая баллотировалась от Гомельской Новобелецкой округи. Об высновах и уражениях репортаж Марины Северьяновой. Гомель – шматповерховка на Жамчужной. Тут живе Наталья Гарайнова, можно сказать, подопечная Вольги Крэч. Беда гомельчанки, она больше не может самостоятельно помыться за тяжкое захворывание. Если мне эта ванна по пояс, я к ней близко подойти не могу. Я даже голову с трудом мою. Резко обвострилась хвороба ногу Натальи Гарайновой год тому. До этого активной и жвавой женщине пришлось взять у руки мылицы. Без их зараз и кроку ступить нельзя. Каб обойти вокруг дома, вернуться в квартиру, треба годины две. Да помогчи некому, Наталья живе одна. Облегчают одиноту социальные работники, да 11-годовый пудель Куку. Первые допомагают с уборкой, доставкой продуктов, а хатний любимец мотивует господиню что день выбираться с дому на прогулку. Але допомога спотребилась Наталье и у вирішення ще одної проблеми. Ванна у квартири є, а помитися її жінка не може. Як туди забратися з такими хворими ногами? Соцработник мене в цю ванну запихує, оттуда випихує. Це дуже все больно. Облегчить життя гомельчанки визвалася Вольга Крэч. Уже закуплено все необхідне для установлення замість ванни поддона. Так, нарешті, можна буде митися без сторонньої допомоги. На розвітання Наталя Алексеївна поділилася з нами ще одною марою, каб прооперувати ноги і викинути нарешті милиці. Наступний пункт у діловому розпорядку Вольги Крэч на сьогодні – показати нашій здымочній бригаді ліс за новим гандльовим центром «Кришталь» у Новобелице. Тут, по її ініціативі, буде створений екопарк. Ми знаходимося з вами в дуже красивому місці, на перший взгляд, да, это одно из очень таких лесистых местечек в Гомеле. Сюда приходят люди отдыхать, но, к сожалению, неаккуратно себя здесь ведут. Мы видим здесь и бутылки, и бумажки, и чего вот здесь только под ногами не видно. Очень омрачает это настроение. Что можно сделать? Я знаю, что у вас есть предложение по окультуриванию этого места. Здесь появятся скамейки, все будет дерево, все будет, не будет ярких цветов, не будет вот каких-то пластика, будет все только натуральное. Естественно, воркаут-площадки, что здесь могли проводить время дети любого возраста. Место для скандинавской ходьбы. Здесь есть в Новобелице люди, которые занимаются этим. И я думаю, к ним потянутся другие, потому что это прежде всего здоровье. На узлеску мы встретили гомельчан и потекавилися, как они относятся до новой идеи депутата. Мы только за. Нам нравится здесь гулять. Мы часто ходим через эту дорогу. Ну, было бы приятно, если бы здесь было чисто, убрано. И какие-то были скамейки развлекательные, может, веревочный городок тот же. Едем у родную для Вольги Крэч третью городскую клиничную больницу. Тут яна отпрацевала амаль 20 годов. 8 апошних на посаде загадчика отделения недоношенных детей. Зараз основная работа Вольги Крэч в палате представников. Але медицинскую деятельность так само протягивая. Раз по раз бере дежурство у своим отделении. Поколе в отделении не чува дитячих голосов. Немовлят за ковиду перевели в больницу на Жарковского. Тут зараз чистая зона. Врачи приходят сюда с червоной, перепрануться и выпить горбаты. И обмерковать медицинские планы. Например, по инициативе Вольги Крэч у больницы появится вельми необходимое тут обсталевание. Подтримку депутата, коллеги и керавництва медустановы отчувают постоянно. Человек очень отзывчивый, человек очень добрый, который всегда готов подставить плечо и прийти на помощь. На питание, что самое складанное у депутатской деятельности, Вольга Крэч отказывает без роздуму. Знаете, учитывая, что я почти 30 лет проработала врачом, а врач – это в первую очередь это помощь людям, поэтому, собственно говоря, ничего не изменилось, кроме того, что людей стало больше. И на этом працовный день Вольги Крэч еще не завершены. Я чекаю прием громадян, а люди чекают встречи со своим депутатом. Марина Северьянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі з'явився профілактичний автобус. На 17-м городському маршруті можна побачити незвичайний транспортний сродок у масці. Таким чином автобусний парк номер 6 вирішив оригінально і максимально прикметно інформувати пасажирів об правилах поводинів під час пандемії. Малюнки індивідуальних сродків оборони з'явилися на уваходних дверях, а так само у районі лобового шкла автобуса, бицем обороняючи його твар. Гетеї маски прикметні навіть у темний час суток – і
их выканали со святло отбивальных материалов. Для большей информативности внутри автобуса так само демонстрируют профилактичные материалы. В каждом автобусе нам необходимо было записать аудиоролик. И вот автобусы, которые у нас снабжены электронной системой записи голоса, вот, они были все снабжены этим аудиороликом. Потом дальше была идея, у нас есть, значит, в некоторых автобусах видеомониторы. И вот мы сделали еще и видеоролик для наших пассажиров. Ну, соответственно, на окна, на двери мы повесили, значит, плакаты профилактического характера, вот, по предупреждению, предохранению от коронавирусной инфекции. Автобусы маршруту номер 17 перевозят 4000 пассажиров за день. А усяго громадским транспортом у Гомелі штодень користається больше за 100 тысяч человек. Усе транспортные сродки проходят дезапрацовку, кондукторы и водители забеспечены сродками индивидуальной обороны, масками, пальчатками и антисептиками. До інших тем. Слідчі Гомельской області отзначають рост кіберзлочинності. У порівнянні з минулим годом у нашому регіоні кількість подобних інцидентів повеличилася амаль удвоя. І така тенденція назирається по всій країні. Применительно к Гомельской области наибольшее количество зарегистрировано в городе Гомеле, а также на территории Речицкого, Жлобинского, Светлогорского и Мусорского районов. Практически 90% от общего числа составляют преступления, когда злоумышленники завладевают имуществом граждан, используя компьютерные технологии. Одна з розповсюджених практик – так званий вішинг. Злочинці під виглядом банківських працівників телефонують фізичним особам і різними способами спробують здобути приватну інформацію клієнтів. Нередко махляри маскирують свій абонентський номер під реальний номер банка. Фішинг – ще одна хитрість сучасних злочинців. Її мета – отримати конфіденціальну інформацію з допомогою інтернет-посилок на фейкові сторінки, куди люди відправляють свої дані. Так, у початку місяця ахвярою зламисника стала жихарка Житковичів, яка спробувала продати свій обуток праз гандльову пляцовку. Вона згубила амаль 2 тисячі білоруських рублів. Згодно з правилами користання банківської карти, забороняється передавати її третім особам і повідомляти реквізити. Однак на практиці тримальники карт по різних причинах часто ігнорують міри безпеки. В настоящее время способы совершения преступлений в сфере высоких технологий против информационной безопасности видоизменяются, поэтому гражданам необходимо постоянно актуализировать свою цифровую грамотность. Узнагорода знайшла своего героя. Супрацовники ДАІ уручили подяку небояковому водителю, який допомог молодому человеку с инвалидностью. Нагадаем, на минулом тидні Дмитрий Иванов зауважил, як посярод автодороги Гомель-Речиця іде мужчина. Автомат развернулся до инспектора ДАІ. Покуль яны не прибыли, водитель ехал за пешеходом и осветлял фарами, каб той заставался в зоне бачности. Висветлилося, мужчине 31 год, має посвідчення інваліда. Міліція встановила його місце проживання, доставила додому і подарила флікер. Молодий водитель уже не одночі таким чином допомагав людям позбігнути трагедії. Чоловік йде по дорозі, щоб не був совершен на нього наїзд, щоб його ніхто не збив, щоб чоловік не сів вдруг, і щоб как бы, для матері цього чоловіка не було трагедії. Сохранить жизнь – это важно. Я не знаю, почему так не поступил другой человек. Просто дальше шел по дороге, и все. То пойдет к обочине, то пойдет по центру дороги. Им, чтобы его никто не задавил, так сказать. Принял решение, что лучше сопровожу. Для меня это никакой сложности нет. Обычный человеческий поступок. Супрацовники ДАІ закликают громадян заставаться уважливыми до того, что отбывается на дорогах. Еще раз хочется обратиться ко всем участникам дорожного движения, не оставаться равнодушным. Если вы видите пешехода, который не обозначен световозвращающими элементами, передвигается по проезжей части, по обочине и находится в состоянии опьянения, позвоните на линию 102. Тем самым вы сохраните жизнь этому пешеходу и другим участникам дорожного движения. Не пропаливай житё. Супрацовники МНС протягивают профилактичную работу с насельництвом. Гамельчанам на наглядном прикладе показали наступствы курения у ложку. Подробязности у Вероники Гамзюковой. Место проведения акции – пляцовка каля пункту сбору другасной сыровины. Сюда часто приходят люди с категории высокой риски, а тому есть вероятность, что яны прислухаются до парад выратовальников. На черговом мероприемстве собралось около 20 человек. Инспекторы нагадывают о правилах пожарной безопасности, рассказывают про работу и необходимость установки пожарных оповещальников.
Между прочим, очень замечательное мероприятие. Я говорю, я уже второй раз на таком мероприятии. Очень полезная вещь. Вот особенно вот для людей, которые, как говорится, употребляют алкоголь и все остальное. После теории переходит до практики. Акурок кладут на тканину у маленький драуляный домик. И вот уже модель палает огнем. Доброохотник Константин у боевой форме спочатку учится користаться вогнетушителем, а затем ликвидует узгорание. Супрацовники МНС и удельники акции сподзяются, что такие веды ему житті не спотребятся. Трагедию лепш попередить. Показали, вот и я и сам как бы не научился. И ну, как вам сказать... Что такого не было, не повторялось и вообще такого не было. Соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной безопасности. Не доводите до греха. Вот. Не надо курить постели. Это приводит к несчастным случаям и к жизненным жертвам. Надо жить, бороться с этим. После тематичного мероприятия инспекторы отправляются у рейд. Акцент на гарищах и подвалах. Тут особи, которые ведут социальный лад життя, користаются огнем и курить, что может привести до возникновения пожару. Оценивались так само стан проводки и электрообсталявания, шляхи эвакуации. С начала года в Гомельской области произошло 166 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Поэтому работниками МЧС проводится работа по посещению данных мест, по проверке закрытия данных мест. И тем самым, если уже обнаружили граждане, то проводится профилактическая работа по недопущению курения и вообще пребывания в данных местах. Подчас рейду инспекторы МНС провели профилактичные гуторки с теми, кто выкидывает у окна из балкона непотушенные окурки. Это не только свечение низкой культуры, але и прямое порушение закона. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Усё глушей музыка войны. У Гомельским молодежным театре покажут постановку, присвеченную годовине вызволения областного центра от фашистских захопников. Премьеру спектакля актеры представили у листопаде 2018-го на передадні 75-годзе вызволения Гомеля. Сюжет расповедая про лёсы гомельчан, зломанные Великой Айчинной войной. Артисты рассказывают про жахи тых жудасных подей словами наших земляков. Постановку рыхтовали с выкарыстанням архивных матеріала, у редких фото і відеосвідчення у різних годів і унікального музичного оформлення. Події, представлені на сцені, перенесуть глядачів на вулиці обласного центра у гета часов окупації у вёскі Червоний берег і Ала. Особну частку спектакля присвятили героям війни, чиї імени носять вулиці Гомеля. Автор сценарія і постановщик Галина Анчишкіна. Ми хотіли показати весь ужас того, що случилось. Головне – чтобы люди просто вспомнили. Недаром у нас прозвучат слова «верните память». Потому что то, как мы живем сейчас, то, что мы можем мирно существовать, радоваться и исполнять свои мечты, мы все-таки должны быть обязаны тому поколению, которое испытало на себя все тяготы войны. Убачить постановку у Гомельским молодежным театре можно 26 и 27 листопада у 15 годин. Гэтыя, а таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Накануне вечером в Гомеле на улице Белецкого горело кафе. МЧС стало известно о пожаре в 18:41. Через несколько минут на месте происшествия уже работали спасатели. Дым и языки пламени вырывались из летней террасы и подсобного помещения кафе. В здании на тот момент находились 2 посетителя и 6 человек персонала. Все покинули здание до приезда пожарных. Пострадавших нет, но повреждено имущество заведения. Из-за воздействия высоких температур также оплавились 3 окна здания освода и 2 окна Гомельского политехнического колледжа. Как сообщили в МЧС, основная версия причины пожара – аварийный режим работы холодильной камеры. А на пожаре в деревне Климовка Гомельского района пострадал пенсионер. Мужчина попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но получил ожоги. Накануне после 7 часов вечера в его доме загорелись вещи. Справиться с пожаром мужчина не смог и вызвал МЧС. Огонь повредил имущество в доме и потолочное перекрытие. А у 62-летнего хозяина диагностировали ожоги дыхательных путей. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Всего же на территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 4 пожара. 6 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Накануне утром список пожаров открыло возгорание гаража в Гомельском районе, а завершило возгорание стога сена в Реческом. Пострадавших нет. В обоих случаях спасатели ликвидировали пламя. Наркоконтроль задержал на центральном рынке в Гомеле торговца насваем. В ходе личного обыска у мужчины было обнаружено несколько пакетов с веществом зеленого цвета массой около 2 килограммов. Ранее мужчина неоднократно имел проблемы с законом за продажу насвая. Ну а в последнее время еще и за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Незваный гость с признаками бешенства в деревне Судково Хуинского района лиса пробралась на участок пенсионеру. Животное в неадекватном состоянии бегало по двору, а потом забралось в сарай. Я посмотрел, что дело неважное. Лиса такая некая нехорошая форма. Я быстренько дверь закрыл и вышел, думаю, что мне делать. Надо позвонить обязательно в милицию. Сотрудники милиции оценили ситуацию и приняли решение обезвредить животное при помощи огнестрельного оружия. В дальнейшем лису передали в ветеринарную станцию для проведения исследования на бешенство. Присвоил чужой кошелек. Милиция устанавливает личность мужчины, который, по версии правоохранителей, присвоил кошелек около гомельского кафе «Мята». Вот фотография разыскиваемого. Портмоне, которое он поднял со скамейки возле входа в кафе на проспекте Ленина, 2, по невнимательности оставила там девушка. Всех, кто узнал мужчину, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. Милиционеры также устанавливают и личность мужчины, который угрожал в автобусе кондуктору. 17 ноября около 10:30 вечера в районе остановки «Универсам» этот человек грозился нанести женщине-кондуктору телесное повреждение. Всех, кто узнал мужчину и владеет информацией по данному факту, правоохранители просят сообщить об этом в милицию. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4» и берегите себя. Увидимся. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Анна Крайчук. Здравствуйте. Завтра пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею среди команд экстралиги. Оба представителя Гомельской области будут играть на выезде. Жлобинский «Металлург» проведет поединок со столичной «Юностью». Гомель встретится с солигорским «Шахтером». Оба матча начнутся в 19 часов. Завершился чемпионат Беларуси по футболу среди команд второй лиги. В последнем туре национального первенства петриковский «Шахтер» был сильнее пинского «Стэнлис» 2-1. Футбольный клуб «Барановичи» уступил осиповичам 3-5. Команда из «Молодечно» проиграла могилевскому «Днепру». Напомню, путевки в первую лигу досрочно завоевали «Днепр» и «Шахтер». «Молодечно» право на повышение в классе оспорит в стыковом поединке со светлогорским «Химиком» из первой лиги. Прошли матчи 11-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельский ВРЗ сыграл дома у Оршанского «Витена» 2-1. Светлогорский ЦКК уступил в матче против столичного «Дорожника» 1-6. БЧ была сильнее Борисова 900 4-1. В Гомеле проходит Кубок города по волейболу. Первый полуфинал состоится завтра на паркете спортивного зала «Водоканал». Сразятся команды «Алмаз» и «Водоканал». В четверг, 26 ноября, путевку в финал оспорят «Бумпром» и «УМГ». Матч пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Сегодня в Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Он пройдет в формате матчевой встречи по 26 ноября. В состязаниях на ринге столичного дворца спорта примут участие спортсмены из Испании, Франции, Украины и Беларуси. Гомельскую область представляют 6 спортсменов. Владислав Смягликов, Максим Паньков, Александр Халаев, Кирилл Самодуров, Виктория Телеман и Галина Бруевич. С новостями спорта вас знакомила Анна Крайчук. Оставайтесь на «Беларусь-4».